Привет. Алло. О, привет. Как дела? Я хочу сходить в военкомат или в часть твою и сказать, что ты, я одна осталась, мне твоя помощь нужна, и чтоб тебя вернуть. Не вернусь. Тут люди, которые отказывались, им по 8 лет срока дали уже. Да ты чё? У нас 120 человек отправили обратно в бригаду, в госпиталь с ранениями. У нас около, вот смотри, 120 человек раненых и 350 человек 200-й груз. Не надо. Живи, мой миленький. Наша бригада не боеготовна уже. Нам, в смысле, на нас сейчас нападут, нас всех повалят, и эти все. У нас нет даже, у нас ни танков нету, ничего не осталось. Все украинцы поподрывали минометами. Ты знаешь, что мы хотели сделать? Я тебе так по секрету скажу. Мы хотели патроны найти 7,62 украинские, короче. Друг другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь сюда, в Буденновск. Отвозят. Так пацаны делали. Мы хотели друг другу ноги тупо пострелить, чтобы нас завинтовали, и нас отправили в госпиталь. Дай бог дожить до этого. Дай бог, сыночка, миленький,